Здесь я вышел сегодня после 10 дней отбывания ареста административного по оговору, по абсолютно надуманным этим. 10 дней я держал голодовку. Вот сейчас я тут, блин, с вами общаюсь. То есть, несмотря на голодовку, вас сегодня задержали прямо на выходе из Пресненки? Меня задержали прямо на выходе из этого, Пресненский участковый, который там вообще не понятно, но без формы он был. Второй человек был почему-то с Сергеем Гусем из этих сотрудников. Они никаких мне прав, конечно, не зачитали. Они, конечно, не дали мне представление почитать. Он зачитал что-то там с голоса. Приводе по уголовному делу также сфабрикованного, то есть, ребят. Ну вот сегодня мы все сходили и получили постановление на понедельник для проведения следственных действий.